Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Сегодня у нас воскресенье и посмотрелочка на PlayStation 1. Игрушечка под названием Extreme Pinball. Вот такая вот игра у нас следующая на посмотрелке. 96 года выпуска от разработчика Epic Mega Games Incorporated. Издатель Electronic Arts. Представляете, Electronic Arts, ни хрена себе. В жанре, представляете, какой пинбол. Охренеть. Мечей. Да побольше давай мечей. Так, Music Volume, Sound Effects, Sound... Scoreboard... Короче, ладно, разберемся. Balls Players 1. Нифига, сколько тут плеерсов. Select Table. Rock Fantasy, Urban Chaos, Monkey Mayhem, Medieval Knights. Давай Medieval Knights посмотрим, короче, Begin. И па-па-па-па-па. Я тут ее проверял, короче, работает или нет. Я потому что все игры проверяю перед загрузкой, то есть перед записью. Я всегда их проверяю, работает или нет, чтобы потом не было никаких косяков, ничего, ничего. Здесь загрузка очень длинная, так что давайте ее скипну, окей? Во, Medieval Packs. Короче, загрузка там длинная, пипец просто. Сука. Так, и что делать? Так. Ага, это левая. Это левая, а X квадратик правая. Так, запустить шар. Нолик. Бум! Хороший пинбол. Все помнят игрушку пинбол на компьютере, нет? Так, спокойно. Опа, опа. Тихо-тихо. На! Почти залетело. Пинбол, кстати, прикольно. Да ёб твою мать, какого хрена ты туда полетела-то? Так, плеер 1. Какой плеер 1? Я ж только что запускал плеер 1. Так, хорошо, и чё? Он мне сюда по-любому, да, выпускает? Ладно. То есть... Я не попаду никак, куда мне нужно. Пумк, пумк. Да ты серьезно? Какого черта, блядь? Да ёб твою мать! Какого хрена? На, бля! Нифига себе! Да как? Почему он летит не туда, куда надо? Что за херня? Я хоть куда-нибудь попаду сегодня, нет? Алло! Что за фигня? Почему он сразу сюда всегда летит? Ладно, давай вот так работать. Стой! Тик-тик-тик, стой, блядь, сказал! Да стой, падла ты, блядь! Хоп! Так, куда-то попал, не? Да что я делаю, а? На! Во что-то попал! Бутылка какая-то! Сука, не попал! Как оно так вообще в пинболе, я всегда мне прикалывало, как оно может четко так попасть между этими гребаными палочками? Сука! Да как тебя куда-нибудь заебенить? Да что там, ничего нет. Смотри, вот четко, блядь, трехочковый, сука. Как, куда? Куда мне нужно попасть, чтобы было нормально? Лок, херок. Почему оно всегда вот так идет, а не рандомно? Вот что, куда, куда нужно попасть? Ключ какой-то. Что за ключ? Да я... О, здесь очень-очень большой шанс проебать. Просто очень большой в этом пинболе. Блин, это просто жесть какая-то. Здесь очень дохера большой шанс проебки. Отвечаю, смотри. О, куда-то попал. Свамп. И что это значит? Бум! Е, зарядил куда-то. А куда мне можно еще зарядить? Да нахуй можно зарядить, блядь. Все, я проебался. Еще раз можно? Ладно, куда можно зарядить, не понимаю. Ага, то есть так ни хрена, да? Бум! Смотри, там туда куда-то можно зарядить, там вон еще одна хернюшенька, но что-то я туда не знаю, как попасть пока что. Тю-тю! Воу! Ну, пинбол надо вот так хуярить! Бум! Ой, куда-то попал! Бум! Где ты? Где я? Что это? Рука какая-то. Нет, трехочковый, пу! Уу! Где, блядь, я? Почему в пинболе здесь нету, короче, вот этих штук, которые которые ты попадаешь, оно вот они. Где ты? А там нету ни этой моей штучки. Тук. Вон она там есть, но как-то она не работает.
Тихо! Я смотрю уже, как долго играю одним шариком. Охереть, да? Где мячик? Да сука! И он посерединке упал. Ты серьезно сейчас? Классная штука, он прям пушка. Пушка! Хорош. Там надо что-то, он какие-то буквы. А как туда налево попасть-то? Чё-то не пойму. Тут так просто резко сменяет... О, куда это я попал? Дарик Кастл. Тут так резко сменяется этот, что непонятно, куда мячик летит. Вот и трё... Паузе. Как тут выйти-то? Select again to end the game. Давай, end. А выйти как? Во. Ух, что-то как... Ладно, сейчас выберем другой этап. Если что, загрузка длинная, я ее чуть-чуть подрежу. Что-то здесь не знаю. Очень длинные загрузки. Не понимаю почему, но как-то вроде и графика такая 2D-шная, супер-мегапиксельная. А вот загрузки здесь прям дикие. Короче, сейчас вернусь. Так, короче, давайте выберем другой этап. Вот Rock Fantasy Begin. Посмотрим, что тут. Опа, рокеры, да, будем сейчас рокировать. Короче, загрузка, как всегда, сейчас приду. О, блин, да и длинная же здесь загрузка. Я уже и забыл, в какую я игру играю, ёпта. Shoot the hell, the mentabala man. Бум! Я уже реально забыл, в какую я игру играю. Так, а ну, это нормально штука залетает? Так, ненормально. Куда это? Что-то пушка. Воу! Худжа! Так, куда-то попал. Тихо, блядь. Там одна еще слева есть, если что. Можно как-то ей управлять? Нет, нельзя. А, там вон еще одна есть, смотри, вон маленькая. Да почему она в центр-то попадает? Там писька какая-то вылетела. Почему она в центр только что попала, а до этого не попадала? Чё? Я не вижу просто... Вот сейчас она опять в центр попадет, да? Ага, вон там нужно еще штучки сделать. Стоять! Где мячик? Бля, его не видно почти. Ну здесь как-то вроде... Что это? Худя! Нет, трехочковый! Вот это спас! Вот это сейчас спас просто! Да блять, сам засрал, надо было левой активировать. Дуралей. Тю-тю. Да-да, это был трехочковый. Нет, это я не спас бы никак, это уже был трехочковый. А куда еще нужно запиндярить? Вот так в пинбол играть надо, вот так, вот так, вот так, вот. Да блять! Сука. Это заново, что ли, все? Не понимаю я, очки где-то, нет, ничего. Пью! Так, там надо аж 5 штук активировать. Вот, куда-то попал. О, я... Это штучка была. Что? Да блин, ты меня наебываешь. Блин, я тут все так быстро двигается, не видно даже этого гребаного мяч. Не, ну это был трехочковый, тут уже никак. Оно все заново сразу, да? То есть не продолжается или что? Смотри, да, все заново активирую. Бля, это вот это минус. О, красота! Супер. Ладно, давай, короче, посмотрим второй этапчик. Загрузка. Нахер загрузку! Так, Selectaber Urban Chaos, еще две осталось, короче, посмотрим на них, да, и потом, и забьем на эту игрушку. Так, все, минус загрузка. Так, есть, загрядился еле-еле. Блин, там загрузка реально секунд, ну, блин, под 40, даже больше, наверное. И что здесь? Раз, есть одна. Тихо, не шуми. Да, блядь. Спокойно. Заряжай! Заряжай, сказал! Да как туда попасть-то? Во-во-во, все, не уходи оттуда. Шарик!
Нахрена эти коротенькие, не пойму, они все равно не попадают. Они вообще, смотри. Ой, не попал. Это куда? Только пулемет. Здорово. Вот это интересный этапчик. Ну блин, ну почему ты туда вылетел, долбоеб? Convergent. Чего? Так, хорошо, это все заново, да? Ну да. А почему у меня там активировано? Опа, что-то попал. И? Да-да, блин! Еще раз. Да, на. А почему оно каждый раз по-разному? Что-то разбил. Что-то, да блядь, трехочковый, да вы заколебали со своими трехочковыми, идите нахер. Я хочу нормально поиграть. Так, хорошо, там одна еще осталась активировать, смотри. Только как мне туда, вот как мне его туда закинуть, вот в чем вопрос. Вот это было найс вообще. Как мне туда его закинуть? Они что, по рандому что ли? Что за фигня? Хорошо, что я ни хрена не делал. Где ты? Сверху хорош. Вон как надо наверх попасть, да? Это какой-то пинбол неадекватный. Если чё. Нихуэндуэуси. Да хорош, блядь, круги наматывать ты заебёшь. Пиу-пиу. Пиу. Блядь, не попал. Пиу. Да, нет. Да, да. Пиу-пиу. О-о-о. Пиу. Где он? Блять, нихуя не видно. Куда он? Где он? Да-да-да-да. Тю-пау. Сука, какой-то неадекватный пинбол. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. На, блять. На. Да на, сука. Да, блять, на. Да, сука. Че он такой неадекватный, я же тебе говорю. О, куда-то за... Куда-то закинул. Ой, бляха. Провтыкал. Да вот это круг зачем? Он просто бесполезный. Да. Хорош, гача. Чё это? Хорош. А чё это делает? Да, ты серьезно? Куда-то попал. Да блин, чё оно так не работает-то? А что это, если я его буду постоянно нажимать? Где очки-то? Покажите. Сколько я очков заработал-то? Пошли нахер! Тут оба. И что это? Pressing activated. Congratulations, end of ball bonus award. И чё? Чё за хрень? Я никогда не понимал этих пинболов, ну, в смысле, я понимал пинболы, но просто что непонятно, как, что тут активировать нужно. Вот там самый классный этот был пинбол, это на компуктере. Тот, который стандартный был когда-то в Windows'е. А-а-а, да бля! Вот там он, вот это была жесть вообще, конечно. Там такие очки набирали, там уже по 10 тысяч кругов делали и охеревали просто с того, что там происходит. Чё он каждый раз по-разному делает всё? Да! загрузку нахер. Так, я научился быстрее скипать загрузку, так что... так, еще посмотрим на Monkey Mayhem. Короче, смотри, нажимаем Begin. Нажимаем Skip Frame Rate. И сейчас оно должно прогрузить. Опа, и все, смотри, загрузился быстренько, как вообще махом просто, класс вообще. А что тут, где тут? Ой, тут вообще ничего не видно, ты что? Ну давай на максимум, бу-бум. Ты что? Что? Где ты? О, а тут еще две штучки есть. Ой, это эти вот более-менее сделаны, смотри, они хотя бы, можно ими задержать шарик. Найс, вообще скилл. О, вот это был скилл, да, действительно. Прям мега. Да что ты, пунькни его. Мега скилл. Ой, там же эти штуки, я забыл. Так, я... Тут, короче, просто по рандому, да, надо? Где он? Я не вижу мячика, блин. Что?
Что это снизу выскакивает? Он мне просто мешает. Вот тут что? Да что ты не бьешься-то? Да что тут? Тут ничего нет, что ли? Чтобы ударить. У, вот этот спас. Хорош. Что вот тут нужно сделать, не понимаю. Что тут не во что попасть даже. Бум! О, куда-то попал. Какой-то карандаш. С пиписьками всякими летает там. Так, тихо-тихо. Блять! Ну это был трехочковый, ну что ты сделаешь? А, он так может, окей, хорошо. Опа! Прям сюда, смотри. Тюдюш. Сука, назад прилетел. Куда он? Где он? Его не видно вообще ни хрена. Да ты заебешь. Слышь. Во что-то попал. Да, бля. Тихо. Где ты? Где он? Его вообще не видно, где он есть. Блин, только надо как-то в дырку попасть. Где это? Бум! Хорош. Ну, дай что-нибудь. Так, я что-то там три штучки активировал какие-то. Бонус! Ой, там что-то можно выключить. Тихо, спокойно. Шарик! Где ты? Бум! Хорош, наверх пошел. На. 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 Почему это правое не отбивает? Сука. Да. Будя! Уи, будя! Хорош тут опять. Да чё ты не подкидываешь-то шарик? Ты, ёб твою мать, я ж тебя бью. О, сука, где ты? Я ничего не понимаю, его не видно. Вот это скилл! Вот это был скилл, это был жесткий скилл, просто четкий. Тихо, тихо. И что, visit the animals? 29 секунд. Чё, какие-то... Каких-то зверей нужно это... А где они? Я их не вижу. Надо их повизитать. Хуля! Где они? Байшутинг. Во! Вот это спас сейчас. Ага! Ага! Visit the animals! Где они, animals? Наши. На! Да ну, сука, на! Да на, блядь! Где ты? Где он? На! Куда-то попал. Где он? О! Спасай ситуацию! Ух ты, под лотос! Сука, подставить меня решила. У-ху-ху. Хорош еще. А зачем эти вилли? Я элефанта где-то нашел. Слона нашел. А слона я и не приметил. Как же мне вон туда зарядить-то, не пойму. Так, тихо. Спокойно. Оба! Вот. Да, как ты туда назад-то пошел? Где? Бонус, Майкин Старс. Где я? Во, куда-то в новое попал. Ни хрена, смотри, что творит. А куда ты полетел? Какадю. Кака. И... Нет! Хотя ладно. У-ху-ху. У-ху-ху. Есть! Наверх пошел. Там активировал. Там красавчик тут. Ой, одну. А, вот это спас там просто. Да, вот там и сиди. Сука. Я никогда в пинбол не играл в жизни, в реальной. Я вот думаю, а почему никто стол не переворачивает?
То есть стол стоит себе, да, просто берешь его, короче, блять, просто берешь его, переворачиваешь, ну, чтобы, как сказать, он же немножко под углом стоит, да, чтобы мячик катился все время вниз. А почему его нельзя наоборот просто взять, поставить, чтобы он катился, сука, вверх? Просто перевернуть стол. Почему нельзя такой чит применить? И набрать максимальное количество очков, сколько хочешь. Я не могу туда попасть. Там непонятно пока что, как работает эта хрень. Куда ты? Сука, обосрался. Да не... Ой. А я там активировал, смотри, четко. Ладно, давай попробуем. Да, блядь. На ту сторону просто перебросил. Там уже все. Как же мне туда попасть-то? Не вижу ни хрена. Да ладно. Да бля. Где? Не вижу. Уберите вот эту хрень снизу. Где ты? Где ты? Где шарик? Ну блин, не могу туда попасть, пипец. Оплю. Блин, там рядышком, но не туда. Это хрень вообще непонятная. Хуа! Как ты туда опять попал-то? На! На! Сука! Неправильно сделал. Бонус, 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 бонус. Пиписька, а не бонус. Я не попал! Блин. Ой! Ну попал же, ну ёпта! Что ты делаешь-то, игра? Не работай так плохо! Ой, хорош, тихо-тихо. Пиу. Пиу. Одна есть. Пиу. Вторая есть. Это куда? Блять, карандаш или что это такое? Не ржать там, мартышки! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-юху! Опа, опа! Уху-ху! Тю! На! Да я же попадаю туда, что в чем проблема? Или как туда попасть, вообще не пойму. Где? О! Ну не тут... Где Monkey Stars? Что за Monkey Stars? Где? Куда? Да я не могу в ту дырку попасть. Плохо, когда в дырку не могу попасть, да? Вот прям плохо. Это нехорошо, когда ты в дырку не можешь попасть. Надо попадать в дырку. В нужную. О, почему я сюда? Ладно, поехали наверх. Вот сюда иди. Ага. Хорош. И что это я сделал? Да блин, почему ты так упал? Мухандидюн Раванг Танк. Чё, не пойму, что там написано даже. Вот это спас. Там он шарик уже висит. А, там шарик уже висит, я попал туда. Ну, пожалуйста. Короче, ладно, давайте, ребятки, на этом закончим. Вот такая вот игрушка по названию «Экстремальный пинбол». Маленький размер стола, что я скажу, очень быстро двигается, ничего не понятно, куда нужно попадать и что вообще здесь, в принципе, не пойму, здесь бонусы какие. Бананы, хер, 1, 2, 3, что, 9 раз нужно туда попасть, серьезно, за одну жизнь? Да ты как это сделаешь, в принципе, вообще? Это нереально. В общем, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, всем до встречи в следующее воскресенье, ребятушки, в следующее посмотреночка, у меня 2 шарика! Ебать! Ну чё, а где второй? Ой, ладно, короче, все, всем пока.